Ой, находились, ребят, не знаю, наверное, километров 20 прошли, я не знаю, очень-очень много. Короче, почти с Лимона дель Гарда прошли до Рива дель Гарда. Лина там идет тоже, уже устал. Идем по этому подвесному мосту. Вот он, видите, впереди. Там в Лимоне дель Гарда было солнечно, прям хорошо, а здесь как-то ветерок. Немножко у меня коленки дрожат, когда этот мост шатается. Лина, ты ной паура? Да. Здесь говорит Лина, как они сделали эти дырки, вот, чтобы соединить это все. Специальная машина, наверное. Какие машины? Come fanno?